Здорово, дорогуши, с вами снова я, Чупа Хардкор, и вы не поверите, да-да-да, мы играем в этот чертов Майнкрафт. Что ж, мы начинаем играть в карту на прохождение под названием 100 Floors, то есть 100 этажей. Итак, она сделана по чуть ли не одноименной игрой на андроиде, где нужно открывать двери, она... Называлась 100 Doors. Итак, ну, начинаем. Итак, первая дверь открыта. Все, начало игры. Этаж первый. Итак, интерьеры этажей также сделаны своеобразно. Итак, Back to Level Selection. Итак, дверь 1. Что мы здесь видим? Видим здесь проход. Блоки разбивать нельзя, насколько я знаю. Здесь у нас имеется палка, булыжник и золотой слиток. Не понимаю, при чем это все здесь. Так, ну давайте пройдем вниз. Ага. Туда не получится, да, уйти? Я думаю, сделаем так. Паутина. За паутиной у нас ничего нету. Нужно думать. Красный блок. Разбиваю его. Нет, это механизмы. Нам явно не сюда. Люстра. Может что-то за картиной или под горшком с цветами. Что ж, хорошо, давайте же возьмем предметы из раздатчика. Итак, крафтить негде. Почему этот блок торчит здесь? Так, мы нашли сундук и поршень. Поршень явно должен был отодвинуть это, поэтому поставим на место и догадаемся, каким образом он все это отодвигает. Угу. У нас же есть крафтилка здесь, и мы делаем кнопку. Yes. Да. Что ж я сразу так затупил? Ах, не успел. Вот. Все, мы забрали ведро воды. Я думаю, то, что его нужно слить сюда, просто взять. Просто вот так вот взять и слить. И... Ну же. Чёртова дверь, открывайся. Хорошо. Нальем сюда. Ай, чертова дверь. Почему же она не хочет открываться? Очень странно. Прямо очень. Итак, вот, наверное, так мы должны были сделать. Пожалуйста. Ну давай же, дверь. Да, черт возьми, yes! Первый этаж мы прошли. Ребята, секунду. Итак, ребята, мы начинаем... Clear Inventory. Ух ты, шикарно. Действительно интересно, здесь 100 этажей. Уже 10-й. Это что? Это Clear Inventory, то есть очистить инвентарь, и они находятся близко к кнопкам, то есть чтобы не бегать через весь зал. Продолжение следует. То есть у нас здесь 35 этажей. Ну что ж, давайте возьмемся за второй этаж. Первый этаж был просто хард. Да, именно так. Итак, здесь тоже древесный декор такой. Это возвращение на уровень. Итак, здесь головоломка с рычагами. Итак, смотрим. Этот, я нашел кнопку. Видимо, она потайная. И что-то открывает. 1, 9. Ясно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.
Пам-пам. Сам откройся. И нифига у нас не случилось. Я все сделал правильно, как написано на табличке. 1-9. Диван. Может, необходимо нажимать кнопку после каждого рычага? Фиг его. Давайте попробуем. Раз. Два. Три. Блин, как же это нудно. Четыре. Семь. 8, 9, и ни черта не открылось. Давайте, наверное, вернемся на уровень и зайдем сюда заново. Все рычаги опущены. Подсказка: 1-9 в правую сторону, то бишь. Либо нужно угадать просто с рычагом. Какой-то из рычагов должен подходить. 1-9, например. Нет. Сейчас поменяем их местами. Так. Так. Фиг там. Какой ты должен подходить от 1 до 9? Что ж, попробуем. Ну, давайте первый. Нет. Второй. Нет. Третий. Нет. Четвертый тоже нет. Пять тоже нет. Я думаю, что стоит включить звук. Тут играет музыка. О, господи, я забыл. Мы сейчас проверим. Ну, 4 я точно уже прошел. Итак. Напрягающая музыка. Это тоже не подходит. Это тоже не подходит. Это тоже не подходит. Если я сломаю блок, то ничего не произойдет. Под этими блоками, как я понимаю, это просто коврик, как и здесь. Да, неужели все так простенько? Может, есть какая-то потайная кнопка? Стоит поискать ее, я думаю. Тут нету. Здесь возвращение на уровень. 1-9. Что бы это могло быть, блин? Музыка подсказывает. Так, сейчас проверим. Дверь все не хочет открываться, ребят. Пум-пум-пум-пум-пум-пум.
8, 7. Ё-моё. Я даже не представляю, что здесь делать. Я потом подумаю сам. И чтобы вам было интересно. Итак, третий этап. Слушай. Так. Чтобы открыть дверь, нам нужно что-нибудь бросить на тот предмет. Здесь две огроменные картины. Я так подозреваю, что нужно бросить именно одну из картин. Так. Отлично, сейчас мы попробуем это сделать. Нет, у нас не получается. Что-то открылось. Вау! А, все, мы открыли дверь. Так, ребят, мы прошли этот уровень. Очистим наш инвентарь. Отлично. Бывает и такое. Что ж. Вот я его и очистил. Четвертый, сложный уровень. Итак. Откроем сундук. Здесь руна. И рычаг. Посмотрим, что мы можем. Это возвращение на уровень. Посмотри влево. 3 вперед, 4 вправо, 2 влево, так. Все, понял, это типа игры. Вот она у нас в руке. Итак, 3 вперед, 1, 2, 3. 4 вправо. Может, форвард вот сюда имеется в виду? Хотя нет. Что за ящик какой-то? Хм. Окей. Еще разок. Так, у нас имеется рычаг. На эту точку. 3 вперед. 1, 2, 3. Может, он как-то перепутал, я не понимаю. Одну секунду. Давайте попробуем так. 1, 2, 3. 4 вправо. 1, 2, 3. 4 я на диване оказался. Так, 2 влево. 1, 2. 3 вправо, господи, да не получается же. А-а-а. Так, откуда бы начать? Давайте начнем из угла. Хотя нет, не из угла. Ну вот, как я понимаю, старт. Ничего не пойму. Давайте попробуем снизу. Точно ничего нету. Сверху тоже. Блин, ребят, наверное, давайте оставим этот уровень. Итак, мы пропустили с вами второй, четвертый. Легкий, пятый. Итак. Что-то открылось. Выдвинулись блоки. Ага. Нужно просто поставить, чтобы все они были одного цвета. Все, это реально было легко. Давайте вернемся ко второму, наверное. Так. Что же здесь? Нам подсказывает музыка. Thank you.
такт музыки нужно пооткрывать их. Ну это тяжело. Очень. Не успел. Черт возьми, не понимаю ничего. Так. Как же кипит голова от этих уровней. Фух, так. Я понял. Так, в мелодии прозвучали вот бум, это главный удар. Два. Три, четыре. Пять. Четыре, пять. Шесть. Шесть. Восемь. Так, два. Пять. Шесть, восемь. Что я туплю? Блин, мы же опустили все рычаги. Нужно поднять лишние. Так, это пять, шесть, семь и девятый. Yes! Да-да-да-да, мы прошли этот уровень. Ну, что ж, ребят, я думаю, на этом стоит закончить. Итак, нам нужно проходить дальше. У нас еще 33 уровня впереди. 32, извиняюсь. Вот, с вами был я, Чупа Хардкор. Спасибо за просмотр, пока.